В связи с тем, что ситуация была не очень хорошая, денег почти не было, стояла такая вещь, что можно было отменить. И ребята взяли инициативу в свои руки. Кое-что, значит, помещение, правда, выделили там, в детском лагере пионерском. Место очень красивое, хорошее. Мы благодаря инициативе Камиля, Мударинса, этот двигатель всего этого, что существовало, целых ПНР, весьма неплохо. Работа очень прекрасная, погода была прекрасная, все работали одушевленно, и результат видите, что здесь происходит сейчас. Так что благодарен всем ребятам, дружный коллектив, все дружно взялись за дело и подняли. Сейчас немножко на уровень, на высоту наш 11 район. Так что я участник во ВЛАХ ПНР прошлогоднего. Так что прекрасно, что такие ПНР у нас прошли почти везде. Люди довольны, художники тоже довольны, отношения прекрасные. Ну, я думаю, будут продолжаться и в следующем году все. Так что большое спасибо.